эфире «Ха» – «Золушка» номер 2 турецкого кинематографа. Первая для меня – Шахерезада в сериале «Тысяча и одна ночь». Ну зачем нам сценарий? Есть два очень красивых персонажа – Фериха и Эмир в исполнении Чиата и Хазал. Очень няшные и красивые ребята. Не актеры пока, ребята. Неплохой трек с ноткой драмы для сопровождения наших голубков. Ну что ж, все по плану сериалов о богатых и бедных. Добавим стандартного романтизму, такого как прогулка на вертолете, снег летом. И посыпаем сверху для трагичности такими событиями, как родители бьют девочку, дабы охраняла честь, как зеницу ока, когда рядом бродит богатый мальчик с внешностью а-ля Аполлон, желающий таки снять гордую вишенку с нашего десерта. Смотрится тяжело, просто ждешь крупный план главных актеров, ну и, конечно же, поцелуют. Красивые ребята по-любому красиво целуются. Производителям этого сериала уже повезло, когда они утвердили на роль Эмира Чиатая Лусоя. После его работ в сериалах внутри Netflix каждый поклонник хотя бы краем глаза посмотрит этот сериал. И это правда. Присутствует также и парочка актеров на второстепенный план с благородной внешностью, умеющих играть. В сериале вы можете увидеть следующее. Попали в больницу? Есть. Разлучницы имеются. Семьи против? Конечно. Подставы друзей? А как без этого? Даже маньяк присутствует для остроты ощущений. И вообще, хочу отметить, что у актеров целоваться получается лучше, чем играть. Тоже хороший талант для будущих актеров. Любовь здесь не победила, поэтому сериал не рекомендую для просмотра, если вы не активный фанат главных героев. Только любовь спасет мир. И это правда.